Стюарт проигрывал бой. Не очень он, скажем так, уверенно смотрелся. Чарльз Берд активно работал на досрочку, пытался наносить удары, пытался проводить тейкдауны, пусть и безуспешные. Ну, блядь. Итак, всем привет, друзья. Наконец-то мы выбрались обсудить прошедший турнир UFC 228, Woodley vs Steel. Ну, я не знаю, у меня до сих пор остаточные впечатления еще по финишам с этого турнира. И в целом он оправдал, наверное, ну, максимум ожиданий, которые только мог. Сень, тебе как он, в принципе, понравился? Ты увидел то, что хотел, или ждал чего-то другого? Да, очень яркий турнир. Классический пример того, за что можно отдать было деньги. Ну, то есть за платную трансляцию по PPV. И нокауты, и интересные сабмишны, и рубки, и вообще все, что только глазу угодно. Ну, было, конечно, пару тухляков, но это было вообще как больше как исключение, чем как правило. Да, чисто такая ложка дегтя в бочке говна. Ну, я не знаю, на самом деле тут наименее интересный, наверное, первый бой, ну, как мне кажется. Лично для меня он с точки зрения зрелища не был особо интересен, как бы, ну, мы от него особо ничего такого и не ждали. Ну, Джаред Брукс победил Роберта Санчеса, который принял бой на кратчайшем уведомлении и, в принципе, не смог проявить себя должным образом, но он молодой, он перспективный, я думаю, все у него еще впереди. Ну а Брукс, красава, закрыл поражение, то смешнейшее поражение, которым он навсегда вписался в историю ММА. Да, ну Брукс более искусный боец, получше в стойке, получше по кардио, работоспособность у него не упала, в отличие от Санчеза. Санчес неплохо, кстати, использовал борьбу, перевел Брукс, кстати, что меня лично удивило. Вот, то есть, ну, борца хорошего смог перевести, и там Брукс вышел на ногу, лежал, пытался скрутить пятку, смешно прям. Было, ну, это просто смешно, потому что у нас были примеры такие перед глазами, как Ян Твистов, например, который до последнего, блядь, пятку не отпускает, и он уже, его так нокаутировали в конце. Так это не один раз было, то, что он за ногу хватается и просто лежит, получает удары в голову. И вот такая же история была с Бруксом, лежит, пятку пытается держать, и Санчес его напинывает в корпус, поэтому и взял первый раунд. А потом Санчес просел по кардио, и Брукс взял уверенно два раунда, но сплитом отдали Бруксу. То есть судьи меня не перестают удивлять на номерных турнирах, не на номерных, но самое ужасное, что это бывает на номерных турнирах. Очень странно, там вообще просто полные идиоты. Ну, это из ряда вон просто выходит, потому что сплита там не было. Брукс взял второй и третий раунд уверенно, не было никаких вопросов, кто взял эти раунды. И дальше мы тоже выскажемся по каким-то боям, где были моменты такие же неприятные. Да, пока двинемся к приятному моменту. И следующий бой у нас Алдана против Люси Пудиловой. Ну, на самом деле у меня здесь тоже есть вопросы по поводу решения. Бой был достаточно близкий, в принципе, я, ну, как особо негодовать не буду, но мне казалось, что Пудилова все-таки заслужила победу в этом бою. Ну, а в целом бой яркий, очень яркий, показали настоящее зрелище, мне очень понравилось. Да, они обе молодцы, они просто вышли на войну. Пудилова была чуть менее быстрая, но она брала духом, она давила, она наносила более сильные удары. Она контролировала центр октагона, что немаловажно, когда бой очень близкий. Она наносила также увечья, и, по моему мнению, она взяла первый и третий раунд, там, где она нанесла больше всего урона. Второй был тоже близкий, но, собственно, это, мне кажется, ну, хуйня. Рена Дана на задней передаче отпинывала джебами, и Дана там во втором раунде нанесла урон небольшой, Пудиловой подразбила нос. Но, собственно, в третьем раунде Пудилова ей ебало также расхурочило, и поэтому по урону Пудилова не отстала. Она наносила более увесистые удары, и я думаю, что именно она здесь должна была победить. Ну, собственно, мы имеем то, что имеем. Победила Алдана решением судей. И, собственно, можно будет, наверное, из следующего боя обоих спортсменок что-то вы для себя... Ну, получить. У нас на самом деле победили все. Мы как зрители победили, увидев такой бой. Да. Победили обе девушки, которые заработали хорошую такую вменяемую прибавку к своей зарплате в виде Fight of the Night. Но в остальном хочется обеим пожелать удачи. Надеюсь, в их лице мы увидим еще не одно крутое противостояние. Да, и следующий бой-то... Ну, я думаю, все удивились, наверное. Ну, те, кто говорят, что не удивились, я думаю, просто лукавят и все. Да не то, что удивились на самом деле, как бы мы в принципе обсуждали в подкасте с Ромой, что Миллер еще может как бы тряхнуть стариной и песком засыпать Алекса Вайта. Но я не знаю, ну настолько яркий финиш как бы. Я не помню, чтобы Миллер вообще кого-то там в ближайшее время в нокдаун отправлял. Ну, меня это очень сильно удивило. Такой вот яркий финиш, нокдаун, сабмишн, ну просто лучшие традиции Джи Миллеру в лучшие моменты карьеры. Ну, я что хочу сказать, нет, можно было давать шансы на победу Миллеру, потому что мы видели, как Краус, например, заваливал в партер Вайта. Но то, что Миллер нокаутирует соперника, ну, по сути, там был нокаут, да, и там уже просто с разбитым носом, ебалом и так далее Миллер, ну, Вайта засабил. Ну, это а-ля Барао, такая досрочка, как бы, когда боец не забивает поверженного оппонента, а начинает додушивать его или просто на руки наверх, какой-то сабмишн, да, накидывать, из которого ему выбраться уже крайне проблематично. Ну, а так вот, Миллер выступил очень ярко. Показал вниз, уебал вверх, и просто Вайт посыпался, не смог восстановиться, и Миллер ему не дал такой возможности. Ну чё, красава, здесь вообще никаких вопросов. Красава, просто да. Радостно очень за него. Так, и еще один Вайт у нас здесь, ребят, тоже большой молодец, тоже отлично выступил. Ну, в отличие от предыдущего Вайта, этот вообще хуй знает, что делал на самом деле. Будучи неплохим грэплером, как бы провалялся весь бой в гарде. Ну и, в принципе, все. Как бы я не знаю, что здесь сказать. За весь бой ни одной попытки оттолкнуть Санчеса, как-то улучшить свою позицию. Нет, он просто лежал и, ну, я не знаю, ни треугольник не пытался накинуть, ни свипнуть, да вообще ничего. Ну, Диего, пропуская вот эти вот единичные удары до первого тейкдауна в начале раунда, видно было, как ему нехорошо. Реально, это очень серьезный урон был для него. И, по сути, ну, выдержал он их на волоске, но, тем не менее, выдержал. И закономерная победа, 14 минут контроля, фактически весь бой он отхабибивал Крейга Вайта, вот и все. Да, я болею за Диего очень давно, он мне очень нравится, вообще как боец, как спортсмен, но видеть вот его, я очень рад за него, что он победил, сразу скажу, да, но вот видеть, как он буквально от тычков снизу Вайта получил урона больше, чем Вайт, ну, лежа снизу, у него... Лицо быстро опухает. Ну, я уже не могу смотреть на это просто. Он какие-то легкие удары пропускает, уже теряет равновесие. Ну, то есть, просто многие могут вдохновиться. Я просто видел комментарии у нас в группе. Кстати, мемы смешные были, да, там, кому-то там, почти всем понравились. Ссылочка где на ВКонтакте? В описании, вот. Собственно, больно, да, смотреть на него. И кто-то вдохновился, там говорят, что Диего Санчес это нелегкая прогулка. Там кто-то говорит про то, что пробитость куда-то исчезла. Ну, никуда она не исчезла. Было два попадания. Оба шатнули Диего бедного. И, собственно, если бы там не какие-то доли имбецилизма от Вайта, то могло по-другому все закончиться. Буквально от джеба он упал в третьем раунде. В первом или во втором он от апкика чуть не лег. Ну, это больно, но красава. Он просто вышел на агрессии, взял за ногу, блядь, швырнул... У меня вот такие вот глаза, я такой, давай, давай. Ну, радостно тоже, когда старики побеждают. Красавцы. Да, на самом деле это очень круто, именно просто видеть фактически, неважно какую победу, даже там, будучи он пробитосом, там как бы на ошибках его соперника и так далее, ну, это победа, как бы победители не судят. Плюс, единственное, что бы не хотелось видеть, это бой Диего с каким-нибудь действительно сильным нокаутирующим соперником, потому что у него малеха фляга потекла, он там говорит... Я вдохновился примером Майкла Бисминга, я хочу там стать чемпионом, я только начинаю свой путь, и как бы хочется, чтобы парень немножко поберег свое здоровье, у него как бы дети, семья, и есть другая жизнь за пределами клетки. Ну а так, сегодня он победитель, а мы пойдем дальше. Здесь судьи, кстати, тоже накосячили, пиздец, там был полный почти декласс, кроме третьего раунда, где он на жопу сел, и судьи отдали все раунды 10-9, а не 10-8. Ну да, там 10-8 хотя бы один раунд какой-то можно было отдать. Просто почему 10-8? Да потому что 4-50 и 4-40, блядь, контроля в партере. То есть и Вайт за пределы вообще не мог вылезти никуда. Он даже креветку банально не делал. Ну стандартно, когда там Дэмиан Майя забирает спину, там болтается рюкзаком и просто контролит все 5 минут почти. Обычно за такие раунды выставляли 10-8. В принципе, какой-нибудь из раундов вполне могли дать 10-8 и здесь. Ну, хотя бы первый, да. Так, короче, ребят, следующий бой у нас. Чарльз Берд, Даррен Стюарт. Ну что, Тайрон Вудли размялся перед основным выступлением и нокаутировал своего темнокожего оппонента. Я не знаю, на самом деле, ребят. Чарльз Берд хорошо начал этот бой, наносил удары, пытался тейкдауны проводить, пусть и безуспешно. Но в целом явно работал на досрочку и пытался раздавить своего оппонента. Но в какой-то момент Даррен Стюарт ушел от сеточки и нанес локотком удар такой хлесткий в висок Чарльзу Берду. И, ну, по сути, и все. Как бы еще несколько ударов в защиту, и судья вмешался в поединок. Победа Даррена Стюарта нокаутом. Да, Тайрон сегодня одержал две победы. Вот. И, собственно, Бёрд красавчик, но это вот классический пример того, если ты расслабишься в бою, да, против ударника, или просто в ММА вообще, да, расслабишься немножко, потеряешь концентрацию, и что может быть с тобой? Стюарт бьющий парень, не просто у него прозвище Дантист, да, и, собственно... Полный декласс получил он в первом раунде, это был клинч, это был, ну, защиту, да, можно сказать, что он не давал провести тейкдауна Бёрду, что меня достаточно, ну, нормально так удивило, вот, и, но Бёрд в стойке его просто деклассил, и можно было после этого, в принципе, не пытаться идти за тейкдауном, а просто перебивать, но все-таки он продолжал делать, ну, не делать, а пытаться делать тейкдауны, он пытался прижать к сетке, и там и нарвался на тот жесткий локоть, который выбил у него капу изо рта, да, и, собственно, Стюарт увидел свежую кровь и добил. Ну, Бёрда нормальные перспективы, но если он будет также терять, так скажем, концентрацию, то ничего хорошего мы не надо ему варежку раскрывать просто лишний раз, потому что, когда птичка вылетает, там уже могут быть серьезные проблемы, и не только у Чарльза Бёрда. Это могут быть, скажем так, серьезные проблемы для каждого. Но это показательный пример, почему стоит оставаться сконцентрированным даже в самые, скажем так, казалось бы, безнадежные моменты для соперника, когда он, по идее, должен надломиться психологически и физически у него должно остаться не так уж и много ресурсов. Тем не менее, все оборачивается просто с точностью да наоборот, и мы видим вот такие вот финиши. Ладно, идем дальше, ребят. Да, ну, Джоуф Нилет меня удивил до глубины души. Просто красава. Те, опять же, кто сидят у нас активно в группе, видели нарезку. Мы там выкладывали, сделали. Ссылочка на ВКонтакте, где в описании. Собственно, те олдфаги, да, и не олдфаги, возможно, кто смотрит просто наши подкасты часто, знают, как я люблю левшей. И Джоуф Нилет показывал классику левшей. Это просто была красота, работа очень техничная, очень умная. Баланс вообще превосходный, работа в разрез просто Д-класс полный. Причем Фрэнк Мачи, он жесткий как гвоздь такой, да, и принимая попадание от того же Добера, сильно бьющего, да, он просто еще больше духарился, орал и шел вперед, разъебывал лицо. У Джоуфа Нилла вообще почти не было урона на лице, он почти, ну, никаких серьезных попаданий не принял, зато Фрэнка Мачи он просто уничтожил. Просто уничтожил. И хайкик, это была просто вишенка на торте. До этого было просто полный разъеб. По-другому это никак не назвать. Красава, у него, мне кажется, большие перспективы, но есть еще, конечно, такой момент, что у него с борьбой. Можно, ну, будем смотреть, будем думать, но пока он удивил очень... Очень по факту показать. Это очень круто. Я в подкасте говорил, то, что мне очень нравится Фрэнк Мачи, как боец очень духовитый, реально, как ты сказал, жесткий как гвоздь просто. И по сути переломить его никто не мог, он рубится до последнего. И здесь у него не оставалось никаких возможностей, как и говорилось, если Джоуф Нилет сможет нокаутировать Фрэнка Мачи, это будет очень серьезная заявка. Ну, я не знаю, он нокаутировал ее просто, ну, очень малой кровью. Это разные уровни, ребят, в стойке. Там Фрэнк Мачи не мог сделать вообще ничего. Как бы пропускал очень сильные удары. Несколько раз он пропустил тот сильнейший хай-кик и выдержал его. Но постепенно урон начал накапливаться. В итоге он отправился в один нокдаун. Потом с криками в центре клетки пошел вперед, как настоящий самурай. Но все это закончилось для него опять же плачевно. Еще один хайкик и глухой нокаут. Бой остановлен. Да, ну красава. Но восстанавливаться он будет долго, наверное, после такого. Можно перейти дальше. Я думаю, Да, в принципе можно, как бы величайший интеллект Алджемейн Стерлинг. Бля, да, в очередной раз, да, подтвердил. Но в этот раз, к сожалению или к счастью для болельщиков, все совершилось очень круто. Алджемейн Стерлинг гнался за этим тейкдауном. Вот вы можете видеть, он провел всего 2 тейкдауна из 9 попыток, хотя в стойке у него все получалось, он отлично перебивал Коди Стэмана и мог, в принципе, так отработать весь бой. Но он погнался за досрочкой и завершил этот бой очень таким интересным сабмишином, и все были удивлены, ну, до поры до времени, до следующих боев. Ну, я не знаю, как бы, тебе понравилось такое завершение боя? Ну, мы топили, откровенно говоря, да, те, кто смотрит подкасты, за Стерлинга, я тоже топил за Стерлинга, вот. Ну, он деквасил, ну, не деквасил, но он был уверенно, выглядел очень в стойке. И, собственно, когда я видел, опять же, мне казалось, типа, зачем сейчас пытаться тратить силы на партер, когда ты можешь легко сэкономить эти силы, да, в стойке и просто, ну, дальше продолжать работать. Вот, у него получалось это очень легко. Он делал лоу-кики, он делал хай-кики, он делал джебы, хорошо попадал. И мог вот так вот первый раунд провести, но он начинал уставать из-за того, что постоянно тут работа. Коди Стэман все-таки тоже борец. И физически сильный, крепкий. Показал, кстати, что он вообще такой малый коренастый. Физически он посильнее был явно, чем Алджемейн, потому что, когда они в равной борьбе находились у сетки, он не то что не давал себя забороть, он порой разворачивал Стерлинга и переводил сам. Как бы физически он очень одаренный парень для этой весовой. Да, ну, как мы знаем, правило такое, да, если ты хороший борец, это не значит, что ты хороший джитсер. Если да, хороший именно джитсер, так. Это не значит, что ты хороший борец. И, собственно, когда дело дошло до партера, и Алджемейн все-таки смог нормально зафиксироваться, то там произошла полная пизда для Стамана. Это был Нельсон, это была фиксация жесткая и выход на рычаг колена, который, ну, завершил бой. Стаман, походу, ну, тоже опыт имел и сразу постучал, не стал думать, потому что обычно такая ситуация могла привести к исходу более жесткому, когда, ну, человек не знает, что происходит, и что у него, ну, не понимает, от чего боль там и так далее. Вот. Ну, либо просто он как бы, ну, за ногу взялся, ну, норм, как бы потерплю, а потом секунда прошла, и уже пизда связкам, как бы. Да. Там такого не бывает, такого не бывает, что тебе чуть-чуть больно, чуть-чуть больнее, и там когда-нибудь пизда. Нет, нихуя, там... Да, держишь, потом пизда сразу и все, поэтому здесь лучше с такими сабмишинами не шутить, это реально жесткая тема. Потом восстановление может занять до 1,5 года, до 2 лет, уже не раз такое встречалось. Да, и повторные операции потом могут быть еще миллион лет. Вот, ну перейдем дальше, Карли Эспарза и Суарес, ну тут вообще в принципе говорить, я думаю, будет что-то лишним, ну за исключением того, что был полный просто трэш, блядь. Полный трэш, угар, вообще полный позор. Я не знаю, в первом раунде отдали победу, блядь, один судья Эспарзе 10-8, блядь. Вообще, иди нахуй отсюда, что ты тут забыл? Это ужас просто. На номерном турнире, наверное, скорее всего, он перепутал 2 бойцов. Ну, я не знаю, такие судьи вообще не должны существовать, блядь, в этом. Ни в этом спорте, ни в каком-либо другом. Перепутать 2 бойцов, я не представляю. И остальные раунды отдали, которые отдали, опять же, 10-9, это тоже неправильно. Там не было 10-9, особенно 3-й раунд. Там был полный, блядь, разъеб, вообще полностью деклассировало Суарес. Я даже, ну, естественно, не ожидал такого, я думал... Эспарза сможет какие-то там, ну, проблемы доставить ей. Нет, вообще полный деквас. И судья дают 10-9. И еще один перепутать умудрился. Это, ну, это позор просто. А Татьяна жесткая вообще. Она прогрессирует, она стала очень сильнее. Я не знаю, это... Ну, это угроза, опять же, для топ-3. Это вот Еждейчик. Возможно... А, ну, кстати, можно и с Еждейчик, наверное, связать. Хотя была инфа одна, что... Шевченко с Еждейчик, короче, встретится за пояс в этом новом весе. Вот, ну посмотрим, что будет, но Суарес-то очень большая угроза. На самом деле я не ожидал такого, я как бы на фоне боя Карла Эспарзы с Клаудией Гадельей давал ей немножко больше кредитов и удивлялся, почему букмекеры оценили ее настолько маленькими шансами. Но Татьяна Суарес показала, наверное, что букмекеры даже немножко больше дали ей, чем нужно было. Как бы это просто настолько одностороннее избиение было. Ну, я не знаю, что тут сказать, просто смотрите, ребят. Ну да, это было жестко. И просто там точка была поставлена за буквально там полминуты, да? Ну, типа она забила ее и все. Ну, перейдем к Разаку Алхасану, да, Разак, и Ника Прайсу. Абдул Разак Алхасан, Ника Прайс. Ника Прайс, да, не получился тейкдаун, зато получился офигенный нокаут от Абдул Разака. Опять же, если вы не видели этот бой, там всего лишь даже меньше минуты прошло, там около 50 секунд. У Разака, кстати, уже много было таких нокаутов в карьере, где он меньше, чем за минуту выносил. Вот, и, собственно, жесткий парень, вообще выглядел на вешалке под залитым, но это выглядело очень жестко. Он выглядел вообще убийцей, как я тебе до этого сказал. Да, вот. На самом деле, вот тот удар, который Прайс пропустил, чисто такую размахаечку из-под жопную, и все как бы его поменяло, он попятился к сетке, там уже, соответственно, Разак доработал, ну и в принципе все. Там глухого такого жесткого нокаута не было, но бой он продолжать явно не мог, там судья вмешался и сделал все очень и очень правильно. Да, там залетело пару плюх, и руки опустились, хотя Прайс еще стоял на ногах, а второй удар просто его скосил, и все. Но Разак жесткий, очень жесткий. Бои у него очень интересные, нравится наблюдать за обоими парнями. Но я рад, что Абдул здесь победил. Я хотел бы следующий бой вообще пропустить. Да, пропускаем как бы следующий бой, а говорить о нем ничего не будем. Джимми Ривера молодец, победил, а Джон Додсон, гондон ебаный. И в очередной раз, я же говорю, просто понадеялись, что вот надеюсь, он включит все свои скиллы, все свои навыки и покажет, на что действительно он способен. Но, к сожалению, он способен только проебывать бои решением топовым спортсменам на сегодняшний день. Так что смело вносите его в список тех, на кого бабки ставить, ну, как минимум, нежелательно. Ну да, то есть там в теории можно было бы продать бой такой, да, TJ Dillashaw против Додсона 2. Можно было бы сделать такой, но Додсон закрыл на это все, хуй положил и решил, как всегда, поработать минимально. Вообще просто на минимум, свести все риски, зато отрастил охуенную шевелюру. Ну, заебись, будет в парикмахерскую ходить теперь. Да, выступил как Вупи Голберг и похож на Вупи Голберг. Красава. Забит красава. Опять у него что-то там с рукой. Непонятно. Какие-то травмы постоянные у него с рукой. Надеюсь, никаких серьезных там не будет проблем. Дэвис молодец. Опять же, вышел на очень коротком уведомлении. И, собственно, Забит это понимал прекрасно. И стоял просто в первом раунде, ждал, пока останется минута или чуть больше. Немножко Дэвис был получше в этом раунде, потому что Забит не тратил силы почти вообще. И, собственно... Когда оставалось там минута или сколько-то, Забит сразу провел тейкдаун и за счет этого забрал раунд. Ну а во втором включился на полную катушку, и Дэвис уже был подуставший. Естественно, на таком коротком уведомлении, плюс весогонка и так далее. Ну и 5 тейкдаунов, там, 3 минуты контроля, и прекрасная джиу-джитсу Забита сделала свое дело. Это, по-моему, банана сплит вообще была, и плюс еще к этому рычаг... колено. Ну, красиво тоже, да. И он сказал, что я не видел боя Стерлинга, но я думаю, он лукает, бля. Они все бои смотрят, когда там разминаются, поэтому, я думаю, все он видел, но все равно красава, что сделал прекрасный сабмишн. Да, просто внес, наверное, в историю этот ивент, то, что два подряд таких сабмишена, весьма зрелищных и необычных, такой, ну, просто реально очень нечасто такое увидишь. Ну, что сказать... Как бы ждем для него действительно топовых оппонентов. Надеемся, что Яир Родригес наконец-то заберет свои яйца из маминого серванта и выйдет на бой. Ну, либо другой топовый оппонент. Ну, в принципе, вот и все по этому бою. Он вызвал Чеда Мендеза и Альда, но я думаю, очень рано ему с ними встречаться. Я бы с Мендесом посмотрел на самом деле. Ну, я при всем уважении к Забиту думаю, он охуеет вообще от Мендеза. Вот при всем уважении. Я думаю, на самом деле нет. Как бы антропометрически здесь все очень хорошо для него сходится. И по борьбе Мендес, я думаю, не сможет ему навязать ни партер, ни, я не знаю, даже если проведет тейкдаун, как-то удержать там и доминировать. У Магомеда Шарипова очень хорошие борцовские навыки, а в стойке, если он сможет контролировать дистанцию и проваливать Чеда, то это будет очень хорошее выступление для него. Там без партера, я думаю, обойдется все. Ну, мне кажется, очень рано пока ему думать об этом. Блять, ну у них идет... сколько у них, 20 сантиметров в росте, не меньше, или 30 сантиметров? Ну, около того, да. Перейдем дальше, да, к убийству, блядь. Ну, это просто Джессика Андрада, это, блядь, моя девочка, нахуй. Но она реально, она очень большая молодец. Она не знает, что она положила в перчатки, блядь, гвозди, бетон или что-то еще. Вот, я просто мечтаю, чтобы она забрала пояс. Она до боя сказала, что я не буду проводить тейкдаун, даже если об этом попросит папа римский. И я такой думаю, блин, да ты чё, почему, блядь? Ну, Каролина-то мы прекрасно знаем, она хорошая тайка. Она может дрочить в этом... клинче, и мы видели, что у Андрады были проблемы с клинчем, когда она дралась с Еждейчик, именно она там потеряла немножко кардио, потеряла очки и так далее. Из-за клинча, собственно, она и проиграла Еждейчик. Вот, но тут Андраш начала ее потрясать прям буквально с первых же ударов. И, блядь, вот эту вот размахайку от жопы уебала прям Каролине, и бедная Каролиночка сложилась, и потом разложилась, и... Ну, жалко, конечно, Каролину. Да, причем такой жесткий ван-панч-нокаут, я не знаю, по-моему, таких в этой весовой вообще ни разу не было, чтобы... Не было. Да, именно она... такой. Это чистый нокаут, как с этой, с такой серьезной, плотненькой мужской весовой категории. Да. Прям пиздец вообще. Ну, посмотрите, ребята, реально такая, я, блядь, снаряд нахуй залетел Каролине в левую щеку или в правую, куда она там запустила его. Андраш сказала, кстати, что она пофиксила моменты с ее ударной техникой и с ее передвижениями. И я думал, типа, в чем проблема? А она, скорее всего, знаешь, она научилась резать углы. Она вот этого прижимать к сетке научилась. Ну, круто выглядело. Посмотрим, как дальше будет. Я жду бой с Амаюнас. Я буду очень желать ей победы и забрать ей пояс. Это будет, блядь, просто охуенно, если она это сделает. Ребят, нечего тут говорить. Как бы бой недолгий. Смотрите, просто там на этот финиш можно дрочить, реально. А мы идем дальше. Вудли Тилл, ну это, как говорится, вишенка на торте, да, интрига была от этого боя просто максимальная. Мне эти оба бойца очень сильно нравились, вот, если там вы, опять же, следите за деятельностью, там, да, и так далее, видели, что я притапливал в одном моменте за Тилла, да, но, опять же, я всегда за Тилла, да, когда это не касается боя с Вудли. Вот, Вудли тут, конечно, показал полный класс. Я отдавал предпочтение Вудли из-за его борцовской способности, из-за его контрпанчера способностей. Вот, но думал, что Тилл сможет ему именно вот этими... У него прекрасная работа обманными движениями, и вот этими обманными движениями он в теории мог его заебаться, ну, заставить Вудли. Но Вудли, он проделал прекрасную, опять же, работу, он не ебашился у сетки до посинения. Он резко встречал его, не стал думать, там, когда Тилл его начал раздергивать, не стал думать, сразу прижал его к сетке, сразу попытался провести тейкдаун. Ну, надо отдать должное Тиллу, кстати, он отлично защищался от тейкдаунов, выпрямлял ноги, когда надо, снимал этот, ну, захват с ног. Молодец большой, от тейкдауна Вудли, ну, надо еще суметь защититься. Вот, ну и начало второго раунда поставило точку, да, там Вудли короночку свою исполнил, контратака правой, как, ну, и опять же, если вы сидите и следите, и интересуетесь и так далее, и любите шутки там и так далее, вот это все интересное, тогда заходите к нам ВКонтакте, ссылочка где в описании, вот, прекрасная контратака, вот, и, собственно, которая поставила точку, и Тилл бедный поплыл, опять же, молодой боец, непробитый, выжил такой натиск. Когда он начал ебашить его локтями, мне аж плохо прям стало. Жалко было Тилла. Вот. Ну и прекрасный Дарс Чоук, который завершил все. Я очень рад за Вудли. Я думаю, у Тилла есть перспективы в следующей весовой категории, потому что он реально очень большой парень. На самом деле он показал, да, то, что у него все есть, и мне понравилось то, что он действительно подготовил свой takedown defense. Я ожидал проблем именно в этой области. Но при этом он показал то, что здесь он готов сполна. Но, к сожалению, не был готов в принципе к такому уровню. Я как бы считал до боя то, что Даррен Тилл является самым опасным вызовом для чемпиона сейчас. Да, в принципе, и сейчас тоже считаю, как бы, несмотря на то, что он по сырости и молодости проиграл этот бой и, в принципе, не смог ничего толком противопоставить Вудли. В перспективе он вполне сможет набраться опыта и взять неплохой бой в реванше. Ну, я не знаю, выиграть или не выиграть, но способность у него однозначно есть к тому, чтобы конкурировать на очень высоком уровне. Что касается остальных претендентов, я не думаю, что Колби Ковингтон либо Камару Усман смогут что-то противопоставить чемпиону с их раскрытым забралом, с их вот этими бросками вперед, пропущенными ударами. Это все-таки не Рафаэль Дос Аньос и даже не Эмиль Мик. Там, если встречка залетит, вот как залетела тому же Тиллу, то на этом, я думаю, бой будет закончен, вот и все. Да, ну, мы видели, как потрясал Рафаэль Дос Аньос моментами Колби, когда в другой конец клетки Колби отлетал. Ну, собственно, ну, удар Тилла, блядь, удар Рафаэля, удар Вудли — это не одно и то же. Вот, ну, да, я буду желать Вудли боя с Сен-Пьером, потому что это самый интересный бой потенциально в этом весе. И я думаю, мы не просто так видим готовящегося Джорджа к чему-то там, да, непонятно к чему. Навряд ли он все-таки в легкий потянется. Если потянется, то это будет, ну, как минимум странно. Я даже не знаю, сможет ли он вес сделать. А вот в этом весе, я думаю, он сможет как раз, опять же, вес сделать и так далее. Мне очень было бы интересно посмотреть его с Вудли. На самом деле Жора, в принципе, не так-то много весит, чисто физически он может сделать этот вес, но насколько позволяет его организм сейчас, потому что он уже давно не мальчик, и, в принципе, насколько он сильно сможет сбросить вес, я не знаю. Но, как он сам говорит, мне гораздо проще было бы выступить именно в легком весе, чем в 84 килограмма. Ну, я не знаю, если он действительно так считает и практикуется в весосгонках, то вполне возможно мы увидим его и в легком весе. А по полусреднему я, если честно, не рассчитываю на то, что он вообще когда-то там выступит. Там ему реально нечего доказывать. По большому счету он является величайшим полусредневесом всех времен. И ну что он докажет, если выйдет с Вудли и проиграет ему? Застрет только свое наследие. Ну, мне кажется, это будет немножко глупо с его стороны. С его стороны, да. Да, поскольку мы знаем то, что он очень умный парень и, в принципе, являлся одним из самых таких ярых стратегов, то я не жду от него такого шага, который заведомо проигрышный для него с любой стороны. Ну, легкий вес, возможно, полусредний, не думаю. Ну да, вот именно потому, что он сам может не захотеть, потому что стилистически тут хуёвый будет для него. Он же сам говорил то, что меня там не интересуют деньги, меня не интересует пояс, там, то сё. Меня интересуют конкретные вызовы, чтобы себе поставить какое-то достижение новое, которого я еще не достигал, и поработать над этим. А полусредний, ну, это и так его вотчина, он там себя уже и так зарекомендовал. Просто получилось так, видишь, что он у многих пояса отжимал, и зам долго являлся чемпионом, и оказывается, что он, получается, ну, чемпион-то линейный сейчас, поэтому кому-то-то он должен проиграть. Ну, в принципе, по сути, он перебил три поколения бойцов. Это Хьюз, Биджей Пен, да, потом да. Кощики и Тиаго Алвес, потом Борода и Карлос Кондит. Ну, вот такое вот, ребят. И сейчас, конечно, уже другое поколение бойцов. И, я не знаю, у него будут огромные проблемы, я думаю, даже с тем же Камару Усманом. Прям вот очень серьезные проблемы. Возможно. Да, а про чемпиона, ну... Ну, плюс, понятно, ребят, мы еще говорим по Джорджу Сен-Пьеру, который хуй знает сколько лет не выступал, провел один бой с Майклом Биспингом, непонятно в какой форме сейчас находится. Понятное дело, что в праймовой форме он смог бы дать отличный бой и Тайрону, и Камару Усмана вполне смог бы победить. Ладно, ребят, что-то мы заговорились как-то немножко на отвлеченную тему. Да, пофилософствовали немножко. Ну, что, турнирчик располагает. Так, далее, ребят, у нас скоро выйдет подкастик на UFC Russia. Мы записали отдельный обзорчик такой, ну, поверхностный. Но с тех пор, за такой короткий промежуток, уже успело смениться несколько бойцов по карду. И, соответственно, более подробный разбор в подкастах скоро ожидайте на канале. А в остальном подписывайтесь, как обычно, сюда. Подписывайтесь в Контакт, туда-сюда. И всем до новых встреч. Да, всем пока. Подписывайтесь. Ссылочка в описании. Всем удачи, пока.